Мы можем. Я очень рад, что выхожу на ринг против чемпиона. Мне все равно, с кем из братьев драться. Для меня это Кличко. Я верю, что Германия принесет мне победу. Кличко-младший отдавать свои пояса не собирается. Уже завтра он улетает на Майорку, где продолжит активные тренировки. Ему уже подбирают спарринг-партнеров, которые боксируют в стиле Рахмана. Готовиться Владимир будет очень серьезно. Говорит, Рахман намного опытнее Поветкина.